Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова. Я участвую в суперкопилке уже второй год. Просыпаюсь я такая с утра, открываю почту, а там нежданно-негаданно я получила 50 ТЭТ на баланс предоплаты и заняла 5-е место в конкурсе «Получи бонус за пособие». Очень-очень приятно. Суперкопилка постоянно проводит различные конкурсы и акции, за которые вы можете получить хорошее вознаграждение и потратить это вознаграждение на программу взаимного финансирования. На официальном канале новости «Суперкопилка» опубликовали новость. Второй этап конкурса партнеров «Пригласи на пособие и помощь новичка» завершен. Поздравляем победителей второго этапа. Вот у меня в номинации пособия Ира Бизнес получила 50 ТЭТ. Вот мой кабинет. Вот на предоплате 59,90. Давайте откроем историю операций и посмотрим. Вот $50 получено мною. Что я с ними сделаю? У меня на следующей неделе выплата будет 199 ТЭТ. И недельный взнос у меня 100 ТЭТ. То есть вот эта сумма, еще 9,90 мне дали за видеоотзыв. 9,90 и 50 пойдет на списание недельного взноса. А остальные деньги я выведу. Ну и буду поддерживать, конечно же, свою карму. Приглашаю и вас принять участие в суперкопилке. Приглашать на пассивный доход очень-очень легко. Тем более сообществу уже 8-й год. Эх, почему я не пришла сюда в 2013 году? Но ничего, наверстаем. Ссылочка находится под этим видео. Пока-пока.